С наступлением осени, когда утром уже не так тепло и солнечно, вылезать из кровати совсем не хочется, а энергия стремится к нулю. Этого можно избежать, если придерживаться некоторых правил, о которых мы и расскажем вам в этом ролике. Начать стоит с того, как все-таки выбраться из постели. Быстрее встать поможет шевеление пальцами ног в течение 30 секунд. Но наш главный совет – мотивируйте себя. С вечера продумайте, какой вкусный и полезный завтрак вы можете себе приготовить. В течение дня на уровень энергии влияют в основном 4 фактора. Во-первых, это общее физическое состояние организма. Если хотите быть бодрым и активным, работать на полной мощности, вам нужно тренировать свое тело. С самого утра можно сделать небольшую разминку. Откройте окно, вдохните свежий воздух, сделайте несколько упражнений на растяжку. Кстати, быстрее проснуться поможет небольшой массаж лица и кожи головы. Второй фактор – это отдых. Попробуйте придерживаться схемы 90-20-90. После полутора часов работы отдохните 20 минут. В это время можно перекусить, подремать, прогуляться. Третий фактор – качество сна. На него положительно влияют получасовые прогулки на свежем воздухе прямо перед сном. Не работайте за компьютером и телефоном перед сном. Голубой свет от них тормозит синтез мелатонина – гормона сна. Если работа с гаджетами неизбежна, установите специальные приложения, которые меняют теплоту света от экрана. То, что мы едим, также влияет на нашу продуктивность. Включите в свой рацион орехи, семечки, натуральный йогурт, бобовые и крупы, шпинат, морковь, овсянку и бананы. Эти продукты считаются самыми энергетичными. Безусловно, следует в целом сбалансировать питание и не есть за 2 часа до сна. Следуйте нашим советам, и энергия будет с вами весь день. Хорошего настроения и отличного дня!